Hi everybody. Today I'm going to participate in a particular Grand Contest 40, and as an experiment, I will try to speak in Russian. Поехали. Не любим. Задач. Судя по разболовке, нужно решить первые пять в любом порядке, потом думать на шестой. Пойдем сначала. Есть строка из минус знаков меньше больше. И она для минус один, она как бы индуцирует порядок на n-числах. Надо найти минимальную, возможную сумму неотрицательных чисел. Ну, понятно, надо взять с каждой позиции и посчитать, сколько от нее Короче, если есть какой-то меньше, где с одной стороны больше, с другой стороны меньше, там ноль ставится. Короче, можно разбить на цепочки меньше и цепочки больше, чередующиеся. Там посередине будут нули, а, ну, понятно, да. Вывести что? Минимальную сумму. Считаем сначала, сколько меньше. Пока вначале меньше. Пока вначале больше. После этого как-то туда надо добавить. Можно минимум, максимум. Это прибавляет цена. А если у нас всего одно, то там ничего не надо добавлять, да? То есть цена минус один была. Потому что в середине будет D-шки. Конец D-шки. Видимо так. Что-то медленно запускается, надо разобраться, почему мне идея так тормозит компилировать. Это немного бесит. Мониторе ничего, я думаю. Наверное, уже поздавали задачу, конечно. Много ума не надо. Читаем задачу Б. Миллиард участников соревнований, N задач. Для каждой задачи известно, что решена на каким-то отрезком. Надо разбить все на два контеста, так чтобы сумма количеств людей, которые решили, то есть пересечение отрезков, короче, было максимальным. Надо разбить все отрезки на две группы, так что сумма длин пересечения была максимальной. Интуитивно кажется, пусть в первой группе какое-то пересечение. Тогда все с правым концом. А не обязательно. Все с правым концом до правого конца этого пересечения обязаны в нем. Можно в него добавить? Не совсем, деле нет, потому что левый конец может быть очень короткий. Всегда правда, что
В одной из групп сидит один контест? Тоже нет. Ладно. Пока непонятно, как решать сейчас. То есть еще раз у нас есть... Зашло? Зашло. Нужно какой-то придумать способ, чтобы проверить линейное число гипотез, как бы, да? То есть, ну как? Может быть, наоборот, выделяю глаз какой-то, типа, смотрим на средний. Непонятно, если они все адреса как пересекаются, то там... Сложно. А здесь два пересекающихся отрезка. Два этих пересечения, да? Одно левее другого. Они, кстати, могут иметь общую часть. Да, могут иметь общую часть. То есть точно пересечение отрезков еще раз. У нас задача решена. Решает отрезок. Да, нет, вроде да. Могут пересекаться. Может одна содержаться в другом даже. Может писать такой тест, когда есть один большой отрезок. Потом внутри него еще какая-то задача. Ясно, что туда выгодно одну большой отрезок делать отдельным контестом. Но важно, чтобы все отрезки, содержащие эту, можно класть сюда. То есть, ну, просто все отрезки, содержащие какой-то... То есть, безусловно, все отрезки с левым краем до вот этого, до левого края этого, они не обязательно, потому что они могут... Можно отнести к этой, правильно? Потому что если они идут у того левый край правее... Если у этого левый край правее, чем у того, то все отрезки с левым краем до левого края этого можно покрыть в эту. Можно отнести в эту. Потому что если они кончаются... А, не обязательно, потому что... Да, если один внутри другого, то неверно, потому что, может быть, с левым концом, но кончается он раньше. И мы проиграли, да. Да, и может быть еще такие отрезки. Да, непонятно пока. Как это сделать? То есть у нас как бы может быть, что... Неверно, что надо какой-то префикс. Префикс по левому краю, да? А, или верно. Потому что да, можно заменить. Да, мы можем... Да, в целом, если у нас есть один отрезок содержится в другом, то можно просто сделать от А до Б и отсюда до сюда. То есть то же самое, да? А, не, не, понятно, нет, если еще есть и маленькие тоже, то не получится, да. Интересно. Что же делать? Непонятно, решать давайте посмотрим, что дают ее вообще. Кто-то сабмитнул. Девушка сабмитнул. Ладно, читаем другие. Да ну, n, четное число, найти число строк четности четырех букв. Можно удалять любые два символа, кроме b и ba. То есть можно удалять либо aa, либо bb, либо что угодно, c и любую другую букву. Какие строки нельзя обнулить? Нельзя обнулить чередующуюся строку. А, Б, А, Б, А, Б. Ничего нельзя сделать. Если, например, дальше вставить еще в середину ББ, например, АББ. Ну, просто АББ тогда. Можем налить 2Б, и на этом мы завершились. Да, то есть...
Интересно. Как же это посчитать? То есть, еще раз, если были стимулы только А и Б, то, видимо, скажем, А 4 БА работает. То есть. Ну, значит, тогда это будет как бы такие скобочные последовательности за АБ. Что дает С, если мы можем ставить С еще куда-нибудь? А, Б. Тогда... Мы можем как бы съесть этот С и одну соседнюю букву какую-нибудь, которая бы иначе нам мешалась. Если, скажем, есть Б, С, А, то из этого можно оставить Б, а можно оставить А. Бывают ли строки с С, которые нельзя управлять? Ну, бывает, наверное, Б. Скажем, АБ, 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 С, А. Тогда можно слопнуть С, А и останется, или можно слопнуть С, Б, потом слопнуть А, А, и на этом все равно завершится наша жизнь. Так. То есть можно пытаться... Можно найти количество таких строк. Да, видно, что есть не уникальным образом еще определяется, кто к чему все сойдется. То есть это тоже нельзя идти. Да, как всегда, задача решать не так-то просто. Давайте посчитаем задачу D. У нас есть n-пала длиной метр. Один игрок ходит со скоростью 1 на АИТ, второй проходит за палку за АИТ, второй за БИТ. Так, можно соединить в любом порядке. Нуки начинает слева, Ринга начинает в случайной точке. Снуки выигрывает, если можно, наверное, посортировать по какому-нибудь частному, как обычно. Еще раз, давайте посмотрим. Точка выбирается случайно. Угу. Да, точка выбирается случайно. А, при этом не нужно догнать его справа, а нужно догнать хоть где-нибудь. Грубо говоря... Что это значит, интересно? Как это посчитать? У нас есть эта вот последовательность, где мы стартуем и идем, тратя АИТ на каждую палку, понятно? Да. Да, вместо того, чтобы считать, чтобы Ринга, начиная с случайной точки, давайте считать, что он начинает слева, но раньше, соответственно. Да, можно сейчас так изменить длины палок, чтобы тогда слева тоже униформно раньше, да, то есть...
Не совсем, да, униформно, потому что... Да, это точка униформная. Лично же все равно нормально. Точка униформа. Дальше мы считаем, насколько снуки опережают, как бы и нужно найти максимум этой функции. Насколько опережает, как раз вероятность, да. Да. Соответственно, у нас будет он стартовать слева тоже еще раз. Пусть, например, есть две палки, одну проходит за один, а вторую за два. Да. Когда вот он стартует, как бы. Вероятности ну да, понятно, стартует как бы, если он стартует где-то в единице, то он за столько за один, а потом остальное как бы время, да, неравномерно, да, потому что получается как бы у нас максимум за три он может стартовать, но от трех до одного как бы плотность вероятности в два раза меньше. А если мы скомпрессируем время? Нечаянно же значит, то, что с другой скоростью ходит, да. Так, интересно. Еще ответ. Сократимая дробь, что подсказывает, что серезные всегда маленькие почему-то. Почему это так? Несократимое. Почему это так? Интересно. Ну, давайте расширим так, что ринга ходит со скоростью 1 все время. Ринга просто идет со скоростью 1. Лево направо. Да? А снуки тогда... имеет разную скорость на разных кусках. Да. И дальше, вот он, если он... какому-то моменту максимально обогнал на сколько-то по времени, то он сможет как бы победить, понятно, всех, кто на... Если Снуки выиграл x времени, то... Первые x стартовых позиций ринга он может победить, да. Но сколько от этого получается вероятность, она зависит от того, какая от плотности, да, потому что на менее плотных оно меньше. Да, соответственно. Давайте выпишем, что будет, если поменять.
два соседних. Будет А1, Б1 и А2, Б2. А ну, понятно. То есть опережение на проходе этого мы выигрываем А1 минус Б1 секунд. На проходе второго мы выигрываем А2 минус Б2 секунд. Но проблема в том, что да, то есть тем самым, если они... О, если они, кстати, одного знака, то это не важно тем самым, да, потому что на проходе второго у нас будет лучшая ситуация. Да. О, это интересно, поэтому... Да, то есть нам нужно как бы берем какое-то место, где будет наш максимум. Точно, давайте переберем вот это. Тогда к этому моменту у нас есть сумма аитых минус сумма баитых. Это наше опережение к этому моменту и... Выиграем мы в соответствии с тем... Какой префикс боитых это опережение съедает, правильно? Правильно. Да. Да, соответственно. Нас интересует, у нас вначале интересуют маленькие боиты. А с другой стороны. Вас интересует, понятно, большие аиты и минус баиты. В сущности, одно и то же. Чем меньше баиты, чем... А тут, наоборот, баиты и минус аиты. Баиты и минус аиты – это наше опережение. И нас интересует как раз префикс баитых, который это съедает. Да, поэтому это всегда... Да. Если мы выбрали, какое множество слева, какое множество справа, то внутри множества слева мы сортируем по байтам. Дальше, если справа есть еще хоть один элемент с положительным байтом минус аитом, то ее всегда можно перенести влево и хуже не станет, просто в конец. Да, поэтому всех с положительным байтом минус аитом слева. И дальше мы в них будем добавлять. Можем добавлять туда какие-то боиты, и от этого что-то меняется. Отрицательные боиты минус аиты, которые... Я думаю, что дальше надо просто брать... Не, непонятно, потому что если какой-то боиты минус аиты очень маленькое, то оно все испортит сразу. А мы можем вместо этого брать боиты чуть побольше, который не так сильно испортит. Это бинарный поиск здесь нам должен быть. Эндингах на стейтингах. B и C стоят. Интересно. А мы продолжаем думать над D, вроде мы близко. Должен быть еще раз. Вот у нас есть... Тут обязательно взять все с положительным БТ минус АИТ в левую часть. Ну и сортировать их по состоянию БТ. Дальше... От того, что мы берем еще какой-то элемент, с одной стороны, соответствующее место в порядке сортировки вставляется боиты. Поэтому как бы может лучше набраться сумма. А с другой стороны,
Из суммы вычитается БИТ минус АИТ. Управляется на отрицательное число. Поэтому... У нас как бы точка, которую мы смотрим, она сдвигается влево. Можно перебрать, на каком бои там закончится. Да, точно, можно перебрать, на каком бои там... закончится, понятно, ну, наш выигрыш в каком значении, да? Тогда, если мы знаем это, тогда меньшие бейты все можно брать. И ясно, что нужно их брать в порядке уменьшения бейтовы. Минус аитово, да, потому что они меньше вреда приносят. Какие они? Понятно, потому что они тут на цвет приходят, поэтому, может быть, не имеет смысла брать. Да, непонятно. Или понятно. Да, не понял. Все равно у нас получается такая двойственность, что мы обгоняем меньше. Но столько метров. Но каждый метр нам дает каждый метр нам дает проблему в том, что непонятно сколько. Как же это решать? Да. Что-то сегодня задачи хорошо решаются. Каждый метр нам дает B5 минус. Каждый метр нам дает, понятно, не метр, каждая секунда. Нам дает сколько-то, нам непонятно, да? То есть у нас, во-первых, появляются секунды за B5, новые. Но, с другой стороны, самые один на бейты. Но, с другой стороны, самые дешевые секунды мы должны после этого отдать. Если наши самые дешевые секунды стоят 1 на х, да. Еще дискретно, тоже тонко, да, потому что мы не можем часть бима поставить, да, поэтому. Ну да, ну, грубо говоря, так бы, в принципе, мы бы отдали, во-первых, просто заменили, типа, мы бы выиграли бейты. Получили бы бейты секунд стоимости 1 на бейты вместо стоимости 1 на х. Да? Получили бы бейты на 1 бейт, то есть получили бы 1 минус бейты на х. Выигрыша. А, но при этом мы еще теряем аиты минус бейты. Секунд тоже стоимости х, да? Получается 1 минус аит на х мы теряем, по идее. Все так сократилось забавно.
наш выигрыш. Соответственно, получается, что если скорость наша больше, чем это пограничная, то нам это выгодно. Угу. То есть получается, что нужно взять все до какой-то скорости снуки. Меньше скорость. Меньше. Если аиты маленькая. А, меньше, то есть там, где он. Ну да, меньше времени, в смысле, то есть там, где он быстрее. Здесь какой-то префикс еще. По аитам. Ну, может быть, это почему-то правильно? Давайте попробуем. Еще одно решение. Сначала берем все, с которых аиты меньше либо равно аиты, их все берем. Все остальные сортируем по аитам и начинаем брать по одной. Смотрим из этого максимум. Окей, это я смогу, наверное, да? Рациональное число там еще сейчас будет какое-то. Почему-то оно всегда маленькое. Посмотрим, что там будет получаться. Окей, значит. N. Отлично, теперь у нас все good будут видны. И какой-то префикс bad. Да? Когда мы берем очередной элемент из bad, его нужно вставить в good, отсортированный по b. И после этого там что-то надо двигать. Иметь какие-то префиксные суммочки, да? Идея просто, если у нас мы можем иметь список отсортированный по B и находить предыдущий, следующий, то у нас все получится, по идее, да? Okay. Должен быть именно.
Так, отлично. Значит, мы добавили сюда. Добавляем G. Минус G. Вначале можем отмотать. Сколько больше, мы выигрываем дальше. Не захавали сколько можем. Да, прессор добавляется next b. Значит, у нас получается count плюс delta минус префсун делить на nb. А если их вообще нет? Кстати, если их вообще нет, это отдельный случай. Мне равно это странно не выглядит немножко, потому что первый же будет такое. B минус А. Оно не может быть сильно отрицательным, да, потому что... А у нее маленькая. Хоть это и почему-то прав. Ну ладно, сейчас. Значит. Узнают задачу, ну. Пока не сдают, но сдают остальные. Окей, значит, еще раз мы. Давай слушать, сделаем.
там его использовать. Здесь мы можем сказать, что... Если он вставился до нашего... Но все равно... Теперь нам надо, возможно, двигать влево или вправо. Да, соответственно. Дельта, мы должны двигаться влево. Нужно проверить, что оно больше, да? Проверить, что FP на CQ больше, чем FP на RQ, да? FP на SQ минус FP на SQ. Больше, чем 1E18, когда рез по BDSQ. Значит, если D больше, чем минус 1E18, то D больше нуля, равно уровню по курку. Вроде так, дальше здесь теперь. С нецелостью, конечно, непонятно, но может быть все равно, почему надо по сортировать. Все получается. Окей, не работает даже очень простой тест. 3, 2, 1, 2. Казалось бы. А, надо поделить. Сколько надо умножить на сколько? Конечно, в единицах, надо в одной ямках. Окей, заработало. Ну, с средним. Двух работает, мне кажется, сортировочка. Почему-то. Будет прикольно. Какой-то формула это получилось. Так, еще раз. B и C сдают. C при этом мало, а B так нормально. Работает. Прикольно. О, так. Конец. Не смогла. Так. Интересно. То есть, в принципе, просто прошло, но сломался дабл, должен хватать, да, потому что у нас здесь
Получается, типа 10 девятый на 10 пятый на 10 девятый. Это не бывает. Много тестов вата. Ну, несколько. Шесть тестов вата. Так, еще раз. 10-9, 10-5. Пашечки, потому что так, может быть какой-то рюкзак? Может, здесь девятый все. Непонятно, откуда бы взялся рюкзак. Вообще она маленькая, если не получается. Но почему-то. Все-таки неверно, что по надо в порядке ошибок этого времени, потому что у нас в порядке ошибок был бы верно, если бы там справа просто была какая-то бесконечная штука стоимости x, тогда мы бы взяли здесь. Да, и минус бейты на x, еще потеряли бы. Бейты на x. Добавили бы. Ну да. Вроде бы, казалось бы, все нормально, но не совсем, да. Мы тут еще можем сделать. Другие задачи, опять же. Но задачи, конечно, я далеко не вижу. Финкс. Что это решать? Сейчас мы сортируем по А. Блин, уж если это x меняется, может быть.
Но мы все равно мы съедаем, на самом деле, а последних. Мы вставляем куда-то бэшку в середину. А, ну проблема в том, что сортируем-то мы по А, но бэшки, скажем, если какой-то А, и у него Б просто не вставилось влево, тогда от него пользы нет. А потом есть еще какая-то Ашка, которая Б вставится, и от него тогда будет такая польза. То есть, может быть, все-таки надо вставлять только если от этого есть выгода, типа. Типа. Да. Нужно отмотать. Отмотать. Можно сохранить, где мы были. Мы должны мочь отмотать вот таким вот образом. Уже не совсем уверен, что это правильно. Но можно попробовать. Так, еще пытайтесь попробовать другие задачи. Только ТЛЕ мы с этим поборемся. Ну да, типа, потому что мы так откатываемся, и вся наша маркетизация идет лесом теперь. Можем много раз убегать. И еще один квотинг, короче, да? Посмотрим, чтобы не было ВА. Так. Решишь 600 очков. Еще можно было еще раз. Нужно, чтобы два отрезка с минимальной суммой. Потому что один отрезок может держаться в другом отрезке. Можно не смотреть, да. Ладно. Потому что у нас на 20 каком-то тесте получилось ВА вроде. 22-м, что ли. Так, еще раз. У нас есть два отрезка. Да, и вы тоже. Окей, это еще и неправильно.
Смотрите, да, вот у нас есть какой-то секунд, да, который у нас есть разбитый как цены бышки, да? Каждый момент, там добавляем какую-то штуку, у нас сюда вставляется ее бэшка в середину, а справа отрезается. А секунд после этого. Вставляется один, как и всегда, и отрезается. А секунд справа. Так, еще раз, как же решать про отрезки? Тут два отрезка у нас есть. Что-то у меня как-то... Может, не стоит комментировать время раунда? Есть два отрезка. Один может быть внутри другого. Правильно? Как вот такой случай решить? И ограничений нет. Нужно максимизировать сумму трех пересечений. Может быть, так быть, скажем, у меня есть AD, AC, BD, BC, и выгодно взять AD отдельное, AC, BD, BC, чтобы AD и BC суммировать. А может, наоборот пойти. Давайте посмотрим на самый короткий отрезок. Он точно в одном из контестов должен быть. Тем самым все остальное будет обязательно внутри него. О. Мне это интересно. Если есть два непересекающихся отрезка, то все будет в одном. Один за одну группу, второй за вторую группу, если это есть два непересекающихся отрезка. Когда, если они в одной группе, то все мы слили. Поэтому дальше любой отрезок, который правее этого обязан идти сюда, левее этого сюда, который какой-то такой. Может идти как туда, так и туда, типа. Ну да, но если они, наоборот, все пересекаются, то уже есть какая-то середина. Дальше любой отрезок. Ну, как бы либо здесь ограничит нас, либо здесь. Сколько-то сюда и сколько-то сюда. Отрезок выдается, и нужно выбрать, какой он отрежет. Соответственно, можно идти, перебирать. Получится здесь ответ, тогда... А, вроде понятно. Окей. Значит, что, стало ли меньше ВАшек? ВАшек стало меньше, просто стало много ТЛЕ, так что можешь просто те же самые ВАшки, да? Да, похоже на то. Не помогло. Ладно, давайте решим Б. Так, еще раз смотрите отрезки. Самую левую правую границу. Самую правую левую границу.
шанс один за одно из пересечений будет до этой правой границы, второе пересечение будет от этой левой границы. А нет, не совсем. Потому что... Да, один случай, а второй случай... Если одно из них меньше, если одно больше, тогда, наоборот, они все содержат. И у нас будет как бы... А тогда... Так, еще раз. Вот мы нашли эти границы. Дальше что? Здесь эта граница и эта граница. Да? Теперь любой отрезок. Как-то так вот его можно либо эту ухудшить, либо эту. Если они вот так вот, левый, левее, правый, да, любой отрезок, он и содержит этот подотрезок, да, но все равно мы можем... Во-первых. Теперь мы считаем, что оба пересечения не пусты, иначе непонятно, чем лучше взять один отрезок. Поэтому так, в этом случае, если... Значит, если один больше, то есть есть два непосещающихся отрезка, да? Да, у нас и отрезки у нас. Если слева пересечение будет от сих, если до этого, тогда можно в левый отрезок взять все по левому концу. По левому концу. Какой-то префикс идет в левый отрезок. Да. И остальные идут в правый отрезок, да? Окей. В этом случае просто какой-то префикс. Где-то левый. Вообще вправо.
работают все случаи, кроме случая, когда у них есть пересечение, а не пустое. Случай не работает. 7, 1, 4, 5, 8, 6, 5. 4, 7, 5, 8. Они там включительные. Работало. 19, 0, 19, да. Не всех не работает. Второй случай пока не работает. Да, теперь второй случай. Если у нас у всех есть не пустое пересечение. Да, тогда также. Да, непонятно, кстати, надо. Либо у нас будет ровно такой отрезок. Либо они опять в разных. Если они в разных, тогда... Делаем так. Хотя бы два, да? Можно всегда просто. Вот. Проблему, либо просто берем все. Максимальный отрезок плюс. И не всех. Ну, хорошо, наверное, правильно. У меня времени на это ушло, это грустно. Как решить С? Давайте еще С решим. И вернемся к интересным. Точнее, все интересны, на самом деле. Вернемся к сложным задачам. Б правильно. Так, еще раз. У нас есть строка. Мы можем 10 миллионов длина. Мы можем букву С можно заменить как на А, так и на Б. Так, на самом деле рассуждаем. Да, и после этого должно получиться когда у нас делаем строку. Строка, например, АА. Там можно. У нас два. Сейчас есть строка А. То значит, должно рано или поздно сходить. Либо в начале АА. Тогда можно просто убрать. Валидные строки остаются валидными. Но если, например, А, С, Б, А, тогда ну, если сравнять только на Б, иначе не схлопнется. Иначе не схлопнется.
То есть в целом у нас такой получается стек. У нас каждый момент такой вот. Стеки такая еще идущаяся А, Б, А, Б. Мы можем либо приписать символ, либо удалить символ. Да. Еще быстренько. Мы всех Т-шек, версия А-шек, Б-шек. Пусть мы знаем, что вначале идет А. А, ну понятно, все равно можем какой-то момент можем пойти в ноль и в этот момент пойти к другому. А, потом Б. Ну, внутри одного куска. Что получилось? А, Б, А, А, Б. А, опять мы идем вверх. Ну, понятно, да. О, давайте инвертируем символы на всех нечетных позициях. Заменим А на Б, а Б на А. Тогда нельзя удалять АА и нельзя удалять ББ, правильно? Да, четность не меняется. О, тогда нельзя удалять АА и нельзя удалять ББ. И к такой задаче мы со строки А, Б, 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 А, А, Б, А, получается строка А, А, Б, А, А, Б, Б, А. Это мы можем удалить А, Б. Это можем удалить А, Б, удалить А, Б. А, А, Б, А, А, Б, Б, Б. То есть должна быть просто правильная скобочная последовательность. После этого правильно? Вот. То есть нам нужно теперь просто у нас есть правильная скобочная последовательность. А... звездочка. Угу. И после этого, да. Дело в том, что да, что как-то там получается. Ага. Кроме случая, да, когда мы можем сменить букву. То есть, если не было букв С, в ответ был бы. Число таких путей как бы из нуля вправо. Да, и в некоторых местах могут быть еще вопросики. Как оно может быть невалидным? Ты что, просто должно быть поровну букв А и Б? Да, должно быть просто поровну буква А и Б, идиот. После такой инверсии.
число последовательностей, в которых неверно, что буква А или буква Б доминирует обычно. Окей. Прикольно, кстати, задача. Можно было решить быстрее. Еще раз. Число последовательностей, где буква А или буква Б доминирует. Тряпочки там у меня где-то считаются за линию, как обычно. Здесь нужно аж до 10 миллионов посчитать. Реальности 10 миллионов. Модули вот этому. Умножаем на 3 магическим образом. Нужно выбрать, на каких позициях А, умножить на степень двойки. Давай мы начинаем с двух, потому что у нас может быть доминирование А, только доминирование Б. Где вверху? Вверху. Окей, возвращаемся к монитору. Все позвали 4 задачи. Я, мягко говоря, не близко к сдаче. Так.
Собрались, решаем оставшиеся задачи. Давайте читаем. Здесь последовательность N целых чисел. И на префиксе добавить неубывающую или невозрастающую последовательность. А нет. На префиксе неубывающую или на суффиксе тоже неубывающую. Невозрастающая, но мы добавляем с конца, поэтому получается, как будто добавляем неубывающую, но в конце просто. И нужно получить заданную последовательность. Разложить в виде нет, погодите-ка. Все-таки нет. В конце мы добавляем опять плюс и. Невозрастающую. Угу. То есть мы добавляем давайте посмотрим, что происходит с разностями соседних элементов, как обычно в таких случаях. Да, мы можем какому-то префиксу разностей включая разность с нулевым, как бы снаружи, слева 0 и справа 0, да, можем какому-то префиксу разностей добавить положительные числа, какие угодно, какому-то суффиксу разности добавить отрицательные числа, какие угодно, правильно? Здесь нам нужно получить последовательность 1, 1, минус 1, 1, минус 1, минус 1. Да? Мы делаем, используя последовательности один, один, минус два. Дальше мы делаем ноль, ноль, минус один, один. Что? Нет, сейчас я не понял, что. 0, 0, 1. Размер предыдущий, да, минус 1. Сейчас. Нам нужно получить еще раз. 1, 2, 1, 2, 1. Разности, соответственно. Да, 1, минус 1, 0, 0. И дальше мы делаем еще минус 1, минус 1, 2. Да, да, то есть мы добавляем к какому-то префиксу положительное, к какому-то суффиксу отрицательное, и потом к следующему элементу как бы минус сумма. Да. Я чуть забыл. То есть мы, грубо говоря, берем и
любое число единиц из какого-то места и раскидываем их влево. Или любое отрицательное число единиц, раскидываем их вправо. Да? То есть можем взять. Меньше здесь на 2 и справа вылечить на 1, как бы 2 раза. Да. И нам нужно за минимальное число действий все раскидать. На каком месте с этими тремя через N часов? Ну, может, догадываться. На 21-м, не знаю. Думаю, будет хуже. Так. Кстати, я тоже сдаю, так что, если еще подумать, то есть шанс. У Дендра, наверное, есть шанс. Но нужно решать задачи. Так. Задачи нужно решать. Так, еще раз. Можно раскидывать. Ну, налево, можно направо таким образом. Ну, вообще сумма 0. Да, да. Нам нужно как-то. Верно ли, что равно числу перемен знаков? Конечный вариант, типа число перемен знаков. Нет, это было слишком простая задача. Просто число изменений монотонности. 2, 1, 2, 1, 2. Хороший пример. За 2 как это. Еще раз начну носить разности. 2 минус 1, 1 минус 1, 1 минус 2. И можно сделать за 2 операции. Каким образом? Давай еще 7 ответов. Например, возьмем двойку, уменьшим до нуля и раскидаем вправо как угодно. Как это можно было бы сделать. Ну понятно, можно. 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2. Да? Ну так нельзя. Вот нужно. А на префиксе можно. Угодно. Это как будет префикс, а это и суффикс. Соответственно, это в терминах разности. Это значит, что мы берем эту двойку и как раз раскидываем по этим двум. Получается 0, 0, 1, 0, 1, минус 2. Потом берем минус 2 и раскидываем по этим двум. Получается. Это все нули, да. На самом деле вариантов больше, да, потому что можно взять минус двойку и сделать из нее, например, чем не ноль сделать из нее, а минус
Тогда придется еще. Еще раз. Что можно взять? Любое. Берем число и раскидываем здесь. Это три операции. Просто 1 минус 1, 1 минус 1, 1 минус 1 смачили. В общем случае. В чем идея? Еще раз, мы умеем положительные числа раскидывать вправо. Правильно? Да. Больше нам лучше. Берем какую-то. Все операции нужно делать. Берем какое-нибудь положительное число, делаем его нулем, раскидываем вправо. Берем какое-нибудь отрицательное число, делаем нулем, раскидываем влево. Соответственно. Так, значит, да, вроде это выглядит оптимально так делать. Соответственно, мы берем положительное число, раскидываем его вправо. Тем самым мы можем покрыть. Ну да, сколько-то жадно так покрыть. Если первое число отрицательное, то не может быть. Даже все время все положительные. Первое число всегда положительное, но его можно как бы... Можно просто за минус единицу его пробивать, а можно за двойку. Да, то есть важно, сколько... Важно, что только вправо можно скидывать, если бы мы разрешили влево. Если бы, скажем, было наоборот. Если куда угодно, просто можно скидывать, и все резко упрощается. Правильно? Один. Один, два. Минус два, минус один, минус один. Не понимаю. Один, один, минус один, минус один, два, минус два. Можно ли все равно за две операции? Наверное, нет. Ну, будет типа один, два, один, ноль, два. Два, один, ноль, два, тогда мы не можем это раскинуть за две операции, потому что мы можем взять на число минус двойку и ну, после этого мы просто вообще не можем брать. Двойка в минус двойку. Здесь на самом деле просто все разбивается на две части, которые независимо должны оперироваться, и поэтому ответ для этой один, ответ для этой два, да. Как это еще раз?
Его кажется выгодным всегда раскидывать. Потому что... Ну, куда его раскидывать? Это ж нужно, во-первых, что видите, что все прелестные суммы были не отрицательные. Во-вторых, давайте в целом. Пусть у нас как-то замеплена каждая единица. Минус единицы и правее ее. И наш ответ это... Непонятно. Типа минимальное вершинное покрытие в таком. Угу. Нет, наверное, минимальное вершинное покрытие в таком графе. То есть максимальное просчитание. То есть нужно найти еще раз максимальное просчитание. В графе. Потому что единица и минус единица. Нормально. Здесь точно не было размера 3, непонятно. А, ну мы не обязаны. Да, нам нужно таксы испарить их. Каждую единицу с минус единицей правее ее. Чтобы минимизировать размер максимального просчитания полученной графе. Ну как? Интересно. Проще, конечно, как покрытие рассуждать, да, если мы берем, ну, как раньше, собственно, если мы берем число, то мы должны как можно больше покрыть. Число может покрыть число 10 в девяточку, может, да? То есть число может покрыть правее остальные числа. Сейчас мы берем максимальное модульное число. Дальше нужно покрывать отрицательные числа так, чтобы, во-первых, префиксные суммы не испортились. То есть возможность покрывать числа сразу после. Но, во-вторых, хочется покрывать числа поменьше. Чтобы побольше влезло. Даже если не побольше. Ну да, непонятно. Интересно. Что же делать? Как же здесь? С решением задач не особо идет. Народ уже 4. Я все еще сижу. Так. Еще раз. У нас есть. Отмечать, наверное, можно. Если она столько сложнее. Давайте почитаем. Можно. У нас есть две фишки на координате 0. Можно сдвинуть фишку на 1 направо или сдвинуть левую на позицию правой.
Мне надо посчитать число способов прийти в состояние АБ. Если найти с конца, наоборот, то мы можем есть АБ. Можем либо изменить любую, уменьшить любую координату. А нет, если они равны, короче, x, x, то можно перейти в любую понятную. Уменьшить y, x меньше x. Меньше либо равно x. Либо уменьшить одну из них просто, да? Если y, x, где есть. Нам можно перейти либо в y минус 1x, либо в yx минус 1. Надо посчитать число способов, то есть сделать n действий, так чтобы прийти сначала координат. Какой-то комбинаторный смысл, наверное, надо найти, да? То есть, если бы не было операции второго вида, то это была бы цешка просто. Не совсем цешка. Может, важен. Иногда не становится не важен порядок, да? Когда они равны, то не важно, что дальше. Давайте тогда разобьем весь путь на куски между равными координатами и в конце АБ. Да, такое число способов дойти до сюда, сюда, так чтобы когда-то никогда не были равны. Какое-то число, какая-то цешка просто. Просто надо начать и все время оставаться выше прямой. Последний ход просто приравняет. Да. То есть надо дойти вот сюда до... Если мы хотим попасть из точки 0,0 в точку xx, нам нужно идти вот так вот все время, оставаясь выше прямой, пока мы не дойдем до прямой из точки xx и 0x. Дальше по этой прямой мы будем идти вправо, как угодно, да? А, ну, не важно, какой-то момент мы джамп сделаем. Давайте считать, что оставаться на месте нельзя. Потом просто добавим... А, не, непонятно. Ладно. Так, еще раз. Да, тут здесь у нас получается какая-то цешка. Чтобы попасть в точку xx, у нас получается... Вот здесь вот должна быть. На самом деле сумма, да, то есть можем. Способ дойти до сюда. Правда, за n. Еще за сколько? О, понял.
А там все равно прийти в АБ, правда, единственное, что. Можно перебрать момент, когда последний раз мы будем в X. А и где? А, непонятно. И где? Можно и момент, и... Это мы уже проиграли. С этим пока не ясно. Так все-таки с распределением влево-вправо вроде все так выглядит разумно, но не сходится. Максимальное число есть. Чем-то его не максимально плохо. Давай. А у нас там потом, если в input было число А, то значит слева направо может пройти как бы не больше А через это место. Справа налево тоже. Второй способ это делать, я считаю, что неубывающая последовательность это просто единицы на префиксе, да? Да нет, пункт отрезка. Но важно, что все отрезки общий конец, да, понятно. Ну да, это то, что я говорил, что можно единицы двигать. Да, то есть еще раз мы берем максимальное число, пытаемся его распихать, так, чтобы сделать максимальное число нулей просто. Оно 0 и... А потом это может быть покрыть другим числом, да? То есть на самом деле... В принципе, да, типа, можно взять просто все положительные числа, распихать их направо, и все распихается. За такое число действий всегда можно. Если же одно переспихивать направо. Но проблема в том, что можно и лучше, как бы, если несколько целиком в одно упихаются. Да, мы экономим, как бы. Но мы экономим одно действие, то есть нужно взять. Нужно взять все двойки и распихать в минус. Нет, непонятно сейчас. Нужно взять все числа. Которые положительные и взять. Взяли максимальное. И куда его распихивать? Если просто следующее, то
Понятно. Есть примерка, нужно не в следующий отрицательный список. Например, представим себе тест такой. 2 минус 2. Минус 1 минус 1. 1, 1. Тоже, к сожалению, да. Давайте сделаем 3 минус 3. Сначала еще добавим 2 минус 2. Да? Минус 2, 1, 1, 4. 1, 1, 4. Минус 4, минус 1, минус 1, минус 2. Тогда если 4 пихнуть в минус 4, потом 2 пихнуть в минус 1, минус 1, потом 1, 1 пихнуть в минус 2. И странно, все почему-то работает. Интересно, это всегда правильно, что ли? Выглядит странно. Ну, за 3, точнее, мы сделали. Можно ли за 2? Можно, очевидно, да. 4 пихаем, минус 7, минус 7, минус 2. Минус 4 в 1, 1, 2. И магическим образом сделали за 2. Да, то есть, скорее важно... В общем случае, как бы, просто у каждого или брать какая-то пропускная способность, равная его, как бы, изначальному значению, да, и нам нужно, когда мы прописываем их, уважать. Поэтому, в целом, если у нас есть два прописания, исправительных чисел, исправительных числа, исправительных числа пропихаем направо оба раза, выгоднее всегда, чтобы А сначала то, что покрывает А, но то, что покрывает Б для пропускных способностей, это лучше. Да, поэтому тут все монотонно на самом деле. Какое-то подмножество положительных чисел покрывает. Так вот слева направо можно просто считать и получилось или нет. И после этого, если осталась валидная последовательность, то мы за количество отрицательных чисел в ней ее все разрешим. Да. Вот, кстати, да. То есть тем самым мы выбираем, какие положительные брать. То есть мы можем идти до слева направо. У нас выбор какой? Либо считать, что отрицательное число идет в output. Тогда мы увеличиваем количество действий на 1. Да. Либо считать, что мы берем положительное число и переносим. Спихиваем по каким-то правее. Да. Либо мы каждое сочное число. Либо стоит нам один. Либо его нужно замочить с какой-то каким-то положительным, какой-то поток. Сейчас будет 10-5 экономический поток. Хотя единиц. 10-9 после способности. Каждое отрицательное число нужно. Либо стоит 1, если мы его не матчим. Либо, если мы его матчим, мы должны его замочить с каким-то положительным числом. Важно, сколько разных отрицательных чисел мы использовали. Да. Да, давайте просто посмотрим на набор префиксных операций.
Братик мой, формализм. Добавляем на каком-то префиксе неубывающую последовательность. Что это значит? Здесь можем делать только такие операции. Сколько тут положительных чисел, которые как-то раскиданы справа. Их покрывают. Да, как можно больше. Если наоборот, на самую правую положительную, которую мы возьмем, кажется очевидным. Нужно просто брать все минимальные, которые можно покрыть, и покрывать их, правильно? Вроде правильно. Ну, это все-таки получается, что верно, да? Что надо просто брать максимальное. И покрывать, пытаться. В нужную сторону, те, которые можно просто. То есть еще раз. Пытаемся. У нас есть те, которые вообще еще можно покрыть. Справа. Они должны быть, что от него до надо каждый раз брать на справа минимальное по модулю отрицательное число. Они непонятно, потому что пусть есть число, которое не могло. Мы не можем целиком уменьшить, а можем только частично. Это непонятно на следующем шаге. У него сможет притечь из. А, если в него притекает из двух. А, все равно у меня, да. То есть может быть такое типа, да, что у нас. Три минус два, три минус два, минус два, да? И тогда получается, что можно. Проблема в том, что у нас есть просто неспособность. Вот эти можем нарушить, тогда уже да, точно ничего не притечет. А тогда важно ли, да просто не может притечь. Да, то есть еще раз, из чисел, которые в принципе можно отсюда, вытеканием отсюда победить. Надо брать минимальные. Потому что если в принципе нельзя уменьшить потекание отсюда, то есть потому что где-то на границе есть префиксная сумма, которая уже слишком маленькая, чтобы. Нет, не все равно может быть полезно туда потечь, а потом отсюда. Потом поближе еще потечет и. Ну, удачно завершится. Mm.
Неудачно прошел. Ну, интересно. Или минус 3. Может быть, да. Что ж такое? Как решать задачи? Решаемая задача не очень. Уже опять гена. Надо что-нибудь решить. Не заходит, я не придумывается. Так, еще раз. У нас есть... Минимальное число операций, которые нужно, чтобы да. Ладно, так не работает. С другой стороны, можно пойти возьмем. Слева какое-то число положительное, все будут единоотрицательными, скажем, да? В принципе, у нас есть такой отрезок, на котором мы хотим. Слева направо еще раз. У нас есть текущий баланс. Можем. Мы берем положительное число, мы можем сказать, что ага, в него придет справа. Или оно будет, ну, будет операция по уменьшению его. Тогда, соответственно, если мы решили, что у нас есть два баланса. Баланс первый это а, это сколько уже есть положительных, которые мы как бы находимся в распределении их, да? И b это наоборот, сколько есть отрицательных, которые должны, сколько положительных должны прийти справа. Соответственно, важно, чтобы А было больше, чем сумма всех отрицательных. А, Б меньше, чем сумма всех положительных слева. Если мы когда встречаем положительное, мы можем, заплатив 0, добавить его к Б. А, это сумма всех заплаченных положительных, а Б сумма всех незаплаченных положительных. Сумма всех заплаченных, а Б сумма всех незаплаченных. Тогда мы можем, когда отвечаем положительное число, можем, заплатив 0, добавить его к b, заплатив 1, добавить его к а. Зачем отрицательное число? Мы можем, заплатив 0, добавить его к а, заплатив 1, добавить его к b. Да. И при этом и а, и b должны все время оставаться неотрицательными. Мы все не сплотив один, можем распределить, как бы, да. На самом деле, да, и А должно оставаться неотрицательным, а Б должно оставаться неположительным. Что-нибудь такое тогда. Так, еще у нас еще есть D, которые мы там, до чего мы дошли, да, дошли до того, что
Там где мы сортировали по минусам, эти все взяли. Это точно правильно. Точно, кстати. Ну да, вообще можно добавить, ничего не просортировывать, и станет только лучше. Но если оно вставится куда-то и станет еще лучше, так мы и порадуемся. Так. Можно вставить баг в коде все-таки? Порядок. Вот это. Проходит, да. Точно надо взять. Но дальше можем еще брать какие-то они. Это вот есть отрезок времени. Мы, возможно, вставляем в середину сколько-то больше, потом съедаем в конце сколько-то ошибок. Съедим единичку, потом съедаем А. Единиц. Уже. Почему сейчас текущее решение неправильно? Есть ли у меня контрпример? Или просто в дабле? Дабла не хватает сейчас. Не должно хватать. Которая не берет внимания какую-то другую. Если больше поставляется вправо в результате, то... выставляем и как бы середину можно назад на пограничные, так оно все, которые должны, которых А меньше Б. Если взять все, прям такой дискретность, видимо. Было бы. Не, ну, опять же, есть аргумент, да, что если мы берем большую ашку, и она вставляется справа, то
А просто отрезают, ничего не... Ну, отрезают А минус Б в результате, да, но... Мы вообще ничего не выигрываем, хотя, возможно, если есть чуть больше Ашка, но с меньшей Бшкой, то мы выиграем, потому что здесь отрезается какая-то большая Бшка, да. То есть вот это непонятно. Как? Почему? Давайте считать, что пусть мы знаем, что B тогда нам нужно взять как можно больше тех, которые с меньшим B. Дальше, что нам нужно? Нам нужно. Пусть мы хотим, чтобы у нас, знаешь, у нас будет вот такое вот B. Количество. Мы знаем количество. Мы хотим. Значение. Пусть мы знаем, что вот у нас будет граница вот по такому значению B проходить. Тогда мы должны взять все меньшие бэшки, нам кажется, что у них нужно взять сколько-то b сюда, так чтобы дельта попала в зону этих бэшек, да? Естественно, если мы берем лишнее b, дельта уменьшает, становится хуже. Да, непонятно. Если нам нужно... Как же это решить, да? Непонятно. Что сейчас дают? Я не могу решить ни D, ни E, ни F. Ладно, F никуда не решить, но вот D и E это вон создавали же. Надо бы что-то ждать из этого. Как же решать? Еще раз у нас есть это число, и мы хотим... Сейчас у нас все осталось, да. Это, наверное, быстро, но... Писаешь. Давайте по чат, но не очень понятно почему. В принципе, учитывая, что мы сейчас берем вот рыбу, давайте сортируем и попробуем. Вначале делаем что? И у нас идет что? А меньше либо равно b. B на A меньше либо равно А на B возрастание на B. Давай, да?
Возрастание на Б. Не, на Б не подходит. Почему еще можно сортировать? Можно сортировать А минус Б. Есть варианты, которые будут симпл. Надеяться, что это почему-то правильно. Конечно, это не похоже на правду. Можно сортировать по... Ну да, сразу А, естественно. Как бы наиболее... звучит. Не работает. Больше, чем раньше. Гораздо лучше работает. Ну, все равно неправильно. Еще раз. Может, выше мне просто что-то переполняется. Я смогу, это всегда один из наших чисел. Long. Long. И мы сравниваем здесь. Таблей еще раз. 10 в... Ну да, не должно хватать. Там был плюс long. В этом месте должно хватать запас. Проблема в том, что мы сейчас можем добавлять те, которые на самом деле не попадают в начало. Если мы знаем, что съедим до Б, да. Мы знаем такого числа, мы доедим, как бы то, и которое с меньшим b, казалось бы, выгода это взять и ровно 1 минус a делить на b. Поэтому, если бы мы знали b, то можно было просто взять, сортировать все, которые с меньшим b по a, и их все... брать, пока мы дошли до такого B. Да, давайте тогда искать по возрастанию B. Да, давайте, смотрите, идем по возрастанию B. В чем идея? Идем по возрастанию B. Дальше берем очередное число, пытаемся его добавить. Если получается, что текущая граница сдвигается левее, чем b, то нужно выкинуть
Минимальная А из добавленного. А давайте так. Даем здесь. Сортируем по Б. С компаратором. Максимальное общение. Мы идем к возрастанию B. Добавили item. Давайте сделаем. Здесь нам нужно, чтобы граница проходила по B, правильно? То есть, если у нас если for null или before b меньше, чем b, мы будем выкидывать дальше нужно удалить сам их. Почему? Так, еще раз. Мы идем по возрастанию больше. Добавляем. Как только у нас становится. Вот.
Что можно здесь сделать? Ну, ничего не было. Минимум даже не обучаю. Ну так вот, так не решил ничего. Значит, завернем какое-то почетное бесконечно далекое место. 29-е. Да, не пошло. Ну, спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч!